Приветствую, друзья! Блогер Андрей Попов привлек к себе внимание необычным видом и способностями визажиста. Парень решился на пластические операции, чтобы быть не таким, как все. Вернусь буквально через секунду. Итак, ребят, прошло 4 часа. Не обращайте внимания на мой внешний вид. Давайте просто представим, что все нормально. За 24-летним стилистом следят миллион человек на YouTube и Instagram. Но далеко не все фанаты знают, как выглядел Петров до обретения популярности. В школьные годы Андрей ничем не отличался от сверстников. Он перепробовал различные хобби, увлекался баскетболом, его рост составляет 187 сантиметров, но все было не тем. В итоге его выбор пал на блогинг. Мне работать нельзя, я не дееспособный. Петров вдохновился первопроходцем русскоязычного YouTube Катей Клэ. Худоба и манерность не прибавляли парню популярности среди одногодок, но помогли прославиться в сети. Петров известен в первую очередь как визажист и стилист. Перед выпуском на лице парня выскочили непрошенные гости. Тут на выручку пришел тональный крем. Процесс преображения очень впечатлил юношу, и с этого все и началось. Но одними лишь бьюти-процедурами Петров не ограничился. Блогер увеличил губы, изменил форму подбородка, сделал скулы более выразительными. Он понимает, что эпатажная внешность – его главный козырь, и делает все, чтобы привлечь к себе внимание. У меня врожденный половой член. Болезнь передалась от бабушки. В университете блогер задержался всего на 3 месяца. Отсутствие стремления к учебе и проблемы в отношениях со сверстниками не позволили Петрову продолжить обучение. Тем не менее, парень состоялся в жизни. Андрей признался, что вокруг него крутятся 7-значные суммы. Девочка моя, какие деньги? Ты нищая. Ты нищая. Нищета. Нищен. В 2019 году визажист совершил каминг-аут, предварительно сообщив о нетрадиционной ориентации родителям. Его мать была огорчена известием, но пообещала любить его вопреки всему. Отчисление из университета рассорило парня с отцом, и только охладив чувства, родственники сумели наладить связь. Скучать же скандально известному блогеру точно не приходится. То Петров выпустит клип с вызывающим названием, то попадает в драку с соседями из-за громкой музыки. Что касается личной жизни, ее Андрей не афиширует. При этом парень отмечает, что комфортно чувствует себя в своем теле и менять пол не собирается. По какой-то причине Петров питает особую страсть к очень длинным ногтям. Под этим видео вы найдете ссылку на мой трек, который называется «Пи***». Слушайте, скачивайте и люблю вас.